17 ноября, железнодорожный вокзал города Твери. Здесь сотрудники двух ведомств, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области и линейного отдела МВД России на станции Тверь, проверяют пассажиров на наличие неоплаченных административных штрафов и других задолженностей. Данная акция носит профилактический характер. Принудительного исполнения здесь фактически не происходит. Каждый желающий может узнать о своей задолженности и при желании погасить долг на месте. Были сегодня такие случаи, что гасили долги или просто узнавали? В основном на текущий момент просто узнается, есть долг или нет. И оплата пока не происходила. Акция «Должник» в стенах вокзала продлится до 24 ноября. Так что у пассажиров есть возможность получить важную для себя информацию. Напоминаем, за уклонение от административного наказания неплательщиков привлекают к административной ответственности. В отношении таких граждан составляется протокол по части 1 статьи 20.25 КОАП Российской Федерации. Затем их препровождают в суд. Акция «Должник» с участием службы судебных приставов и органов внутренних дел на транспорте проводится регулярно, 2 раза в год. Управление Федеральной службы судебных приставов настоятельно рекомендует всем жителям региона проявлять сознательность и своевременно оплачивать свои задолженности, не дожидаясь, когда придется это сделать в принудительном порядке. Не копите долги, платите долги вовремя. Региональные организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и «Клуб Красная звезда» обращаются к жителям региона с просьбой о помощи. Материальная поддержка для восстановления после тяжелой операции необходима нашему земляку, дважды кавалеру Ордена Мужества, участнику боевых действий, офицеру-десантнику в отставке Станиславу Конопленникову. Станислав – профессиональный военный. После увольнения в запас увлекся творческой деятельностью. Его знают как музыканта, певца и композитора, автора и исполнителя военно-патриотических песен. Просим вас о посильной помощи Станиславу Конопленникову. Номер банковской карты для денежных переводов на ваших экранах.